трамвайный вагон номер 11, который двигался в направлении Товарной, произошло короткое замыкание в результате перепада напряжения и неисправности электроизолятора пантографа. В результате произошло сильное задымление и возгорание покрытия. Все было локализировано собственными силами предприятия. Для предупреждения каких-либо таких ситуаций нестандартных были вызваны пожарные. Кто-то, по-моему, из пассажиров вызвал скорую, но водитель открыла все двери, без паники все пассажиры покинули свой салон. Ни пострадавших, никаких либо ситуаций таких нестандартных нет. Трамвай уже к вечеру выйдет на линию. То есть данный трамвай. Поэтому существенных повреждений трамвая не было. И все было достаточно быстро исправлено. Единственное, для того, чтобы ситуация идет отключение сети, отключение тока и напряжения, конечно же, направление стояло у нас. В течение 40 минут мы пустили движение.